Приветствую вас на канале «Вкусный уголок». Сегодня готовим быструю закуску из баклажанов. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Берем кастрюлю и выливаем сюда 750 грамм обычной холодной воды. Добавляем сюда 2 столовые ложки сахара с маленькой горкой, столовую ложку соли с маленькой горкой и 50 грамм 9% уксуса. Все это хорошо перемешиваем и ставим на огонь. Пока вода закипает, нужно подготовить баклажаны. Я сегодня взяла вот такие белые, но в принципе подойдут любые. У меня здесь 2 баклажана вышло на 600 грамм. С них нужно очистить кожуру и порезать их кубиком. Вот посмотрите, у меня получились вот такие вот средние кубики. К этому времени как раз закипела вода. Опускаем сюда баклажаны. Перемешиваем хорошо. Если баклажаны будут не полностью покрыты водой, ничего страшного. И опять доводим до кипения. После того, как закипело, делаем огонь меньше, чтобы кипело потихонечку. Накрываем крышкой и так варим 4-5 минут. После варки баклажаны сливаем на сито. И так оставляем, чтобы они остыли до теплого состояния. В остывшие баклажаны добавляем мелко порезанную зелень, абсолютно любую. У меня сегодня петрушка и темный базилик. Чеснок через чесночницу. Количество чеснока зависит от вашего вкуса. У меня 2 зубчика. Добавляем сюда пару столовых ложек растительного масла. У меня подсолнечное. И все хорошо перемешиваем. Закуска готова. После приготовления желательно поставить ее в холодильник на 1 час, для того, чтобы она настоялась и стала еще вкуснее. Это очень простой и вкусный рецепт летней закуски. Так что готовьте с удовольствием и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.